Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем проходить игру King Arthur Knight's Tale. В прошлой серии мы пришли на очередное задание «Сердце полуночи» с командой, которая на тот момент была наиболее готова для этого, но, к сожалению, не готова по уровню. Вот два товарища наших, Тристан и Ивейн, всего третьего уровня, при том, что задание шестого. Задание сюжетное. Очистили алтари владычицы. Вроде как что-то кого-то, наверное, ослабили. Или наоборот, владычицу усилили. К нам здесь присоединился какой-то отшельник. Довольно стрёмный маг. Которого мы, к сожалению, все равно потом не получим. Тристан наш огреб. Да все, в общем-то, огребли. Но Тристан, конечно, больше всех. Еще одну травму получил. И я так и не понял, как от этих травм избавляться. Возможно, нужен собор. Но это мы еще поглядим. Так, тем временем продолжаем. У нас остался финал этой миссии. Забить кого-то последнего надо. Здесь место смерти и перерождения. Шрам, что сочится кровью, пока не извлекут осколки. Что за бред ты несешь? Тут я вас покину. Если рыцарь полуночи поглотит мою душу, его не победить. Кажется, ты просто струсил. А на какую поддержку ты рассчитывал от старого чудака? Встретимся в аду. Какая ирония, бесстрашный рыцарь. Вскоре ты поймешь, о чем я говорю. Когда ж ты перестанешь сыпать загадками? Убирайся. Ну вот, падла сбежал. Гад, нехороший человек. Сердце Авалона. Место конца и начала. Здесь мы с королем погибли, чтобы воскреснуть. Да, какого-то рыцаря полуночи нам надо найти и грохнуть. Что мы сейчас и постараемся сделать. Хотя это будет крайне непросто. Минимум два чувака у меня уже без бутылок. Блин, без поддержки этого мага будет тяжко. Очень-очень тяжко. Прям, ну, никак я не хочу туда идти. Но, конечно, надо. Деваться некуда. А вот и рыцарь полуночи. Красавец какой. Отлично выглядишь, чувак. Надеюсь, ты хотя бы один будешь. Рыцари, рыцари! Готовы ли примкнуть к моему круглому столу? История повторяется. Артур, помнишь, чем все кончилось в прошлый раз? Артур? Что-то припоминаю. Когда-то. Когда-то я был королем. Но меня ждет большее величие. Это вряд ли. А сейчас пора завершить начатое. То есть все-таки это Артур сам лично... Нет, зараза! Все-таки он тут напризывал. Ой-ой-ой-ой-ой. А, это алтарь? Старуха... Блин, чего старуха? Старуха алтаря. А. Так, ну, вы меня извините, но я это не пройду. Я это просто не пройду. Это Unreal. Это просто Unreal. И как? И как мне быть? Что делать, если меня убьют? А? С какого места начинать? Ой-ой. Куда бить? Кого стрелять? Там еще здесь эта дура. Мать алтаря. Дева алтаря, старуха алтаря. Ну понятно. Ипостаси владычицы. А почему? Я же их уничтожил, эти алтари очистил. Уклонение. Шикарно. Я готов. Я не вижу другого выхода, кроме как оградиться от него вот так вот. Вс,
все, кончились. Отойди, наверное, куда-нибудь. Чутка в сторонку. Нет, вот как-то сюда смотри. Так. Ну, тебя могу только в оборону поставить. А вот Мордред... А, ну Мордреда я теперь, да. Блин, стоит ли рвать вперед или нет? Я могу сюда подойти и тараном щитом попробовать его алтаря сбить. Я так понимаю, это должно его ослабить. Но он же тогда ко мне и пойдет, правильно? Все-таки вот так. Кажется, я тебя знаю. Ты Мордред. Они стреляют. Они стреляют и двигаются. Ой. Ой. Ни хрена ты шагаешь, долбишь. Похоже, это убийство воскрешает воспоминания. Вот это ты шагнул, чувачок. Вот это ты шагнул. Так. Можно, конечно, кстати, бронебойный сквозь него, но я сначала хочу выбить вот эту подружку. Свою мать-то. Ни одного удара не хватило, зараза. Так, ну вот этот чувачок со своими, блин, мега-ударами меня, конечно, порадовал прям несказанно. Долбит он от души. Так, ближе я не могу, да, поставить. А здесь, кстати... А, он ударом, видимо, сбил, да? Что идем? Мордред, мой вассал, подчинись своему королю. Ну, такими темпами это ненадолго. Вот. Нет, нет. Кажется, мы поменялись чего-то там. Получится? А, он непробиваемый, да? Нет, пробиваемый. Но я так и себя зацеплю. Блинский блин. Так, отойдем немножко. Минус дело, да. Это их снимает с него всякую разную дичь. А почему я не могу? А, не хватает, да? Она сняла с меня этот количество ходов. Так, а ты, конечно, пройти... А, вообще можешь. Вообще можешь, да? А давай попробуем. Ну так, чисто ради интереса. Сюда я не могу поставить, зато могу сюда поставить. Попробуем побегать от него. Чувачка с крутой этой самой. Так, а, у меня количество закончилось, да? Угу. Кобзда Тристану. Ч
Причем, я так понимаю, ему даже подходить не обязательно. Он все равно сюда. Надо было, блин, не трогать, зараза. Почему вы ополчились на меня? Я ведь защищаю что-то в здешней земле от иного зла. Ну да. Костяная клетка. Ты не похож на прежнего Артура. Владычица озера вдохнула жизнь в чудовище. Так, три. Отбегай. Попробуем не просто отбежать, да, а еще и подобраться к оставшейся бабце. Так, а ты стрелять не можешь или ходить тоже не можешь? Ходить он тоже, ну в смысле этот, наоборот. Не только стрелять, но и ходить. А может надо было ее разрубить? Что-то я протупил. Ну ладно. Попался. Так. А, как тебя мало ходов-то осталось. Подругу надо валить. Опять же, куда-нибудь. А я сразу не могу? Могу сразу, отлично. Бам! Да. И руби. И сюда. Так. Попробуем. Да, можно разрубить, но... У меня не хватит ударов. А вот теперь им точно кобзда. Ну ты издеваешься, что ли? Свинство просто откровенное, знаете ли. Все, весь поломанный, ни хрена не может. Ой, еще и что-то тут поджег. О, господи. Да, не надо туда. Убегай сюда. Так, а ты... Ну, пробежать-то можно, но выживешь ли ты после этого? Опять же, здесь делать-то нечего, да, надо... Попробуем. О, минус ребра. Да ты иди, иди, не останавливайся. Минус одна броня. Да, чувак. Мы так будем долго. Ты сучий, ты конь-то, а ты задрал. А тут, кстати, далековато можно отойти, да? Да, ёп!
None can stand in my way. Awaiting your command. Your Highness. Так. Найди сюда. Ты сюда. Можешь махнуть, отлично. И даже два раза. А, нет, это. Да ну! Твою мать, если она сейчас не сдохнет. Сдохла. Ну, на нем это не сильно сказалось, я смотрю. Чисто броньку поковырять, да? И отойти я никуда не успеваю. Это невозможно. Это просто невозможно. Так, ладно, я так долго буду с ним возиться. Уж не знаю, что оно мне даст, но авось пару ходов мне все-таки получится сберечь. Так. Попробуем отсюда стрельнуть. Ну, хоть поджигаешь. А вот... Тристану сейчас не поздоровится. Ну, как? Как? Это просто невозможно. Unreal. Вот просто Unreal. Какой-то лютый трэш. Ага, Unreal Mordred, вот что настоящая дружина. Ага. Ага. Камелот победит. Глупец. Я и есть Камелот. Я и есть круглый стол. Что ж, мне доводилось низвергать и то, и другое. Ну, то есть мало было приколов до этого, да? Теперь будет веселее. Долго. Минус Сергей. Я не понимать смысла этого. Я и с полным отрядом это не прошел бы. Истинная, блин, дружина. Чтоб вам повылазила.
Я же мог в него попасть отсюда. Зараза. А, ну да, Кей убили. Он еще и подхиливается. Вот это номер. Да, именно, ты правильно понял. Это то, где ты умрешь опять. Конец игры. Я не понимаю, а что мне делать-то? Я же не пере... Вот как-то все-таки этот момент у них совершенно не продуман. Просто не продуман, да? У меня всего доступны две миссии. На одну из них я не могу пойти, потому что тетка, блин, в лечилке сидит. Все, я не могу туда прийти, на эту миссию. В принципе, не могу. А на вторую она просто непроходима для этих персонажей. И что мне теперь с этим делать? Пропустить, промотать эти миссии нельзя. И это тупость, просто несказанная тупость. Это просто конец игры, все, я ничего. Я дальше пройти не могу. Ну хорошо, даже если предположить, что вот аутосейв, например, это будет загрузка в начале миссии. Это просто пипец, я без понятия, что здесь делать. Я не могу взять других, потому что их фактически нет. Ну хорошо, да, это на начало миссии. Но опять же, кого брать-то? Брать-то фактически некого. Все, приехали, конец. Начинайте сначала. Ой, бляха-муха. Ну, в общем, я понизил уровень сложности до самого минимума. До сюжетного, да, и все равно у меня не хватило его убить. Мордорда он убивает, всех рыцарей моих убивает. Я не знаю, что делать. Вот, в данном виде, ну, то есть переигрывать сейчас, ну, точнее как, я знаю, что я буду делать. То есть эта серия будет супер короткая, это просто пиздец, простите мне, мой французский, а не серия. Поэтому я сейчас, наверное, я не знаю, с какого места мне начинать. Ну, собственно, место одно, да, то есть начинать всю эту миссию с пониженной сложностью и пробовать пройти ее, ну, не такими обдолбанными, расслабленными, ну, в смысле, это разбитыми, как и в реальности я пришел, да, то есть дойти все-таки до него целыми живыми, может быть, это что-то даст. Когда ему сносишь вот эту вот вторую, точнее, ну, вот эту коричневую полоску жизни, очки урона, он призывает это себе на помощь армии. Ну, в принципе, мне сейчас не хватило буквально чуть-чуть. Мне не хватило снести ему 56 единиц урона нанести. Вот, может быть, получится на пониженной сложности. Но это тупизм. Это просто тупизм. Вот, ребят, честно, хорошая игра, красивая игра, все прекрасно. Но, во-первых, разрыв по сложности между какая-то тут нормальная или как она тут... От нормально до тяжело просто гигантский какой-то, блин. Но нормально ты проходишь, скучая, практически не получая никаких травм. Я почему взял это тяжело? Потому что мне эта лекарня была вообще нахрен не нужна. И мне лечиться не от чего было. Я не получал урона. Я никогда не терял жизни больше, чем вот эта вот коричневая полоска. А на тяжело такой просто. Мне рвут вообще как тузик грелку, блин. Все инвалиды, вообще все инвалиды. Ну, это дебилизм же, такие разрывы ставить. Должны какие-то переходные моменты быть. А во-вторых, я говорю, вот ситуация, просто тупо некуда идти. Там убивают, сюда нельзя попасть, потому что персонаж на лечении. И все! Ну, просто все! Закрывай игру и иди нахер отсюда. Ну, тупизна, тупизна. Извините за эмоции, но
Это просто, я более чем разочарован. Вот, вот таким подходом к игре. Ладно, в общем, тогда сейчас я дойду до этого придурка заново, блин, теперь уже на... Я просто ставлю сюжет, да, то есть вообще, извините, с сопливыми персонажами противника, намеренно ослабленными. Потому что я не хочу больше, вот, честно, вот, вот сейчас очень обидно, я просто не хочу в нее дальше играть. Так, ну что, я перепрошел всю эту миссию заново. На уровне сложности сюжет, то есть ниже нижнего у меня, ребята, все живы-здоровы. Ну, я, правда, костры использовал, вот, чтобы поправить. Чуть-чуть меня все-таки поцарапали, но чуть-чуть. И я пропустил в прошлый раз здесь еще один алтарь. Тихо, незаметно стоит. Восстановление жизни. Ну, мне, собственно, никому это не надо. А, нет, надо. Это основная жизнь восстанавливается. Ну, чудесно. Вот у нас теперь вообще полностью все живые и здоровые. Ну, точнее, как здоровые. Травмы-то у ребят остались. Как с травмами бороться, я так и не понял. Ну, давайте, в общем, попробуем еще раз убить Артура. На этот раз на облегченном уровне сложности. И я буду действовать немножко другой тактикой. Бегать от него и валить это вот всю их его прихвостней смысла нет. Надо наваливаться на него и бить его. Потому что пока он ходит, бродит. Так, заканчиваю. Извините, ты надоел мне своей трескотней. Так, 4 останется. 1 и 3, да, хватит. Ослабление. Удар. И удар. Вот только так, в общем-то, с ним получится справиться, иначе все будет пустую. Так. Ну, давай сюда. Ты, конечно, будешь в спину получать от этой бабы, но уж лучше так. Так, сейчас у меня, по идее, лучника освободилась линия огня. Нет, не освободилась. Ну, тогда вот сюда встань. И бронебойный достает, да. Вот так. Ну, а теперь ты можешь подбежать сюда и рубануть его по ножке. Нет, не можешь? Почему? А, вот, вот так. Он еще занимает, блин, несколько клеток. Еще хрен попадешь по нему нормально. Так, и есть что у меня, в принципе, и бутылки пока есть, так что можно, в общем-то, подлечиться будет. Главное, что когда припрутся его друзья, ну или вот так он начнет делать. Да, главное. Оп, а вот и друзей призвали. Но... Мы должны... Ай, не ту кнопочку я использовал. Надо было этот усиленный удар. Да-да, ты крутой. Это мы уже поняли. Ну и опять же, чего? Ты отсюда не попадаешь? Ну давай отсюда. Как минимум странно, что ты оттуда не попадаешь. Ну да ладно. Так, единственный плюс его заключается в том, что у него нет вот этой атаки. Ай, ладно, рубим. Удар в спину, это хорошо. Нет у него этой атаки. А, подожди, ты все. Все отходились, да? Или он меня заморозил этим поджиганием. Тристану достается в любом. По-любому, в любом раскладе. Третий. Вот так тебе. Ну,
завалил. Ну, это несерьезно, конечно. На самом легком уровне по сложности тут, конечно. Вот и все. Остров слишком мал для двух круглых столов. Это, конечно, несерьезно. Вот. Но иначе пройти было просто невозможно. Можно было, конечно, на нормале попытаться, но я вот с этого прикола просто вот, ну, не это. И все? Даже сундука вшивого не оставили. А, нет, оставили. Реликвия украшения. И еще украшения. И 139 монеток. Вот. Ну, пипец. Просто пипец. Так делать нельзя, ребят. Возможность перемотки должна быть. Пропустите. Вот, может быть, за деньги, еще как-нибудь, но. Но не вот такая жесть. Когда ты или идешь умираешь, или понижаешь уровень сложности, или да делай, что хочешь. Играть тебя никто не просит. Ладно. Кино нам покажут, да? А в принципе, как бы что, игра закончена, мы убили короля Артура, да? Казалось бы, но нет. Все только начинается. Вот и она, наша владычица озера. Конец — это только начало, сэр Мордон. Так мы тут закончили? Нет, это еще не конец. Я ошиблась. Что? Я убил это существо, которым стал мой старый враг. Ты уничтожил лишь одну часть сущности короля Артура, его гнилую оболочку. Что? Что ты наделал? Что я должна была сделать? Я пыталась вернуть его. Я даже нарушила некоторые правила. Но проклятие было настолько сильным, что даже у меня не было власти над ним. С моим последним вздохом я обрушила на него мощь Авалона. Твоя магия, сделавшая его бессмертным, не смогла его убить. Нет, она разделила его на части, на 4 осколка души. Ты только что убил одну из них. Так что моя битва с Артуром еще не окончена. Мне стоит злиться? Или радоваться? Уничтожь 3 остальных фрагмента души Артура, и тогда ты обретешь свободу. Жди воронов, которые принесут тебе указания. От королевы, которую ты убил своими руками. Я одолел рыцаря полуночи, но тот лишь оказался гниющей оболочкой, бывшей при жизни плотью смертного Артура. В прошлом владычица пыталась вернуть Артура к жизни, но он дал ей отпор. И после битвы владычица уснула мертвым сном, в то время как король былого и грядущего распался на осколки. 4 части души Артура. Рыцарь полуночи был лишь одной из них. Теперь мне предстоит найти и уничтожить оставшиеся части. Так, что за реликвию мы с него сняли? Кольцо зараженных дает навык призыва потерянного. Хрена себе. Если после атаки героя уровень жизни бойца ниже 15%, он погибает. Хрена себе. Проклятие потерянных. 10%, минус 10% от всех очков здоровья. Круто, круто. Ну, ребят, хоть прокачались, и за это им спасибо. Так, кольцо обугливания меткого стрелка. Плюс 2 к урону против бойцов, находящихся на расстоянии не менее 6 клеток. Плюс 1 ход длительности горения. Отлично, лучница получит. Амулет готовности гневный. 12 физического сопротивления. Урон, получаемый от атак бдительности и потенциальных атак, снижается на 50%. Плюс 10 к урону за 1 ход за каждый полученный удар. Свиток ледяной стены. Это у нас уже было такое. Ну и здесь такое себе, да? И бутылочка. 777 монет. 71, точнее. Герой возвращается. Сэр Балан возвращается. Да, второй акт начался. Всего лишь навсего. Блин, 17-я серия. Актов, по-моему, 4. Пипец. Сэр Балан возвращается в недоумении. Среди имущества старого чародея не нашлось ничего полезного. Так, пара-тройка уцелевших пергаментов, испещренных загадочными символами и писаниями на незнакомом нам языке.
Вздохнув, выслушаю неутешительные новости. Балл он получает на 20% больше опыта, но снизится его преданность. Он у нас и так был, по-моему. А нет, нормальный. Ну, ладно, переживем. Так, а хрен ли ты все еще? То есть мне надо все-таки вот эти вот как-то убирать, да? Видишь, он не хочет без жизни и без ран, да. Ну что, попробуем поставить собор, потому что здесь написано, что возвышаясь над крышами других сооружений, этот грандиозный собор восславляет величие истинной веры. Здесь рыцари могут залечить не только глубокие душевные, но и не менее серьезные телесные раны. Да, все-таки я был прав. Именно в соборе надо лечить, да. Здесь можно увидеть раны выбранного героя. За золото можно вылечить раны героев за один ход. Вылечить раны можно и бесплатно, но это займет больше времени, но это понятно. Это все мы знаем, да. Да. Здесь мы лечим раны героев. И место одно. И одно же оно и останется. Зараза ты волосатая. Так. Давай-ка у нас сначала вот тебя отправим. А, ну собственно ты уже выбран, да. За одну миссию. Потому что откладывать на потом я это просто... Ну, нет у меня никакой возможности. В собор тоже кого-то одного. Можно Пелиаса, чтобы наконец-то можно было этого козла вытащить из его раковины. И как минимум прокачать. С другой стороны... Ну, давайте, да, Пелиаса, в общем-то. Вот. И давайте прокачаем. Сэр Кея. Что у нас есть у сыроке? Силовая атака. У тебя нет силовой атаки. А нет, смертельный удар. А зачем? Зачем мне силовая атака, если есть смертельный удар? Землетрясение. Выбери бойца. Землетрясение нанесет 120 урона оружием этому бойцу и всем, кто окажется на пути. То есть это вот примерно то, что Артур там делал, да? Такая полосочка. Хорошо, злопамятность. Когда враг атакует героя, герой получает 10, плюс 10 к урону оружием против этого врага до конца стычки. Пинок. Наносит 25% урона оружием врагу на соседней клетке и вызывает отбрасывание. Отталкивает цель на несколько клеток. Ну вот пинок интересно, да, если что, там слишком плотно подошли. А пассивки что у нас есть? Меньше, да, это я смотрел, по-моему, крепкость 10% к всему. И к жизни, и к очкам ударов, и броне, наверное, или физическому сопротивлению, вот это непонятно. Так, а здесь у нас 10% больше урона оружием, плюс 50 к урону от кровотечения. Ну, нет, я хочу землетрясение попробовать. Кстати, можно 2 очка взять, да? Так, давайте, наверное, я возьму землетрясение. Повышается дальность действия, отбрасывание, плюс 15 к урону. А так у нас 120. Или же резвость. Прям 10 уровень нужен. Давайте, наверное, резвость. Быстрее, ну, меньше очков будет стоить. Так, до 5 уровня сразу прокачался. Красава. Просто красава. Так, сокрытие. Не пересекают линию обзора, и враги их не видят. Получает плюс 50 внезапного урона от следующей атаки. 2 очка движения. Лазутчик. Внезапный урон нет. Подожди, это все как-то фигня. Так, что у нас здесь в основных? Отравление от ядовитого пореза снижает наносимый цели урон еще на 10%. Ну, блин, здесь сплошные мертвяки, на них отравление не действует. Прыжок. Прыжок — это интересно. О, контратака. Вот что надо ему. Ну, давайте и прыжок возьмем. Все обилки возьмем. Какие доступны.
Так, и ты тоже до 5 уровня сразу прокачался. Молодец, молодец, уважаю. Так, на страже плюс 20 к урону от бдительности, плюс 1 за убийство и на 2 урона меньше от дальних атак. Интересно. Ну, я возьму вот это, потому что горящая стрела у нас теперь есть, да? Горящие бойцы получают на 1 меньше очко действия. Длительность горения увеличивается или урон. Давайте длительность горения. Здесь как-то это все мне не очень интересно. Бронебойный выстрел, кровотечение, плюс урон или дальность. А, собственно, давайте кровотечение и дальность. Вот так вот. И открывается следующий уровень. Ладненько, значит, всех мы прокачали. А, да, плюшки надо раздать же. Плюшки надо раздать. А, здесь у нас из плюшек только, в общем-то, колечко подъехало, да? Хотя, не только колечко. Тут вот гневный амулет готовности. У него больше физическое сопротивление. И снижение урона вот от этих вот, когда проходим мимо бойцов вражеских. Прикольная штука. А колечко у нас, кстати, тоже в этот же слот. А. Призыв потерянного — это круто. Давайте, да, возьмем. Хотя, подожди. Ментальное сопротивление мы получим, да? Ментальное сопротивление, это, конечно, хорошо, но физическое я терять тоже как-то особо не это. Колечки у нас тоже все туда. С другой стороны, у нас практически только Мордред есть, постоянный член любой компании, да? Один раз за миссию. Тю. До конца стычки, не до конца миссии. Ну, такое себе на самом деле. Ну, ладно, мне больше здесь нравится то, что добивать до конца не надо. Достаточно до 15% жизни свести. И то, что потерянные все получают 10, минус 10% от очков здоровья. Как говорится, вот ради этого все и писалось, да? Так, ну здесь... Так, надо было вот это вот еще использовать. Ну, кто же знал, что будет такая жопа? Ладно. Так, тебе у нас тут тоже, да, ничего не светит из костюмчиков. Вот тебе, наверное, тогда с руки это дело дать. Или же... Подожди. Амулет готовности. А что у нас было для лучника? Я же что-то там подбирал, прям вот такое вот лучниковское. А, ну вот, да, концо обугливания меткого стрелка, вот оно. Дальние атаки гарантированно наносят максимальное уронное закрытие, плюс 2 к урону. Ха, как говорится, выбирай, но осторожно, но выбирай. И защита физическая в минус. Она у нас и так... А, ну да, она у нас и так на минус 11. Охренеть. А что такой дебаф-то от чего? От, наверное, от травм. Угу, минус 20 сопротивления физическим эффектам. Ду-ду-ду-ду-ду. У нее есть свиток выздоровления. Ну вот что интереснее, длительность или урон? Урон или длительность? Максимальный урон мне, в принципе, похрен. У нее он постоянный, 10 единиц. Давайте, наверное, все-таки, да, вот это вот возьмем. Так, ну а тебе тогда вот эту штуку, да. Отражает 2 урона. Хотя, блин, 2 урона атакующих в ближнем бою, это тоже неплохо. Это, считай, та же контратака. Пусть мизерная, но иногда очень в тему оказывается.
Тогда мы ее дадим Балану. А у него такой же. Забавно. Ну, раз не Балану, тогда... Балину? Кольцо с опустошением удара в спину. 2 очка здоровья при каждом ударе. Блин, слушай, тоже хорошая вещь. Да кому ж не всучить-то этот амулет? Клоняется от первой... А ему нельзя. Классно, классно, классно. Ну ладно, тогда пусть лежит. Пусть лежит. Доспехи. Ну, такое себе. Хотя 2 брони даст. Умерим при минус 4 чего? Очки ударов или... Да, очки ударов. 13. Ну, тоже маловато. 3 очка движения за первый ход в каждой стычке. Ну, движение-то такое, блин. Нет. Все-таки нет. Здесь тоже нет. И здесь нет. Хотя... Нет. Нет. Хотя броня больше. Да нет, нет, все-таки нет. Тоже нет. 25,2. Так, восстанавливает во время отдыха. Нет, 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 нет. Нет, 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 все нет. Все не то. Все фигня. А тебе вообще ничего, да? Так, ну и остаются у меня что здесь? 2 кольца выхода из боя во время дуэли. Вот это можно продать. Ну, это, наверное, тоже все можно продавать. То есть оставить просто потому, что непонятно пока чего, да? Ну ладно, так, что у нас по бутылям? Все сохранили? Чудесно. У всех все есть. Так, тогда... Тогда... Здесь пока все по-старому. Здесь тоже, в общем-то, менять ничего не хочу. Лавка купца. Так, я хотел продать вот это вот все. И... Да, орлиного узора. Здесь, наверное, вот эти вот тоже надо продать. Вещички, они однозначно не нужны. 1342. Интересно. Что-то еще мысль какая-то меня посещала. А, ну, посмотреть, что я могу еще вкачнуть за это дело. Да ничего не могу. При быстром лечении стоимость восстановления жизни снижается на 10%. Ну, вот разве что где-то. Хотя тут... За использование зелий во время стычек... А, вообще без очков действия употреблять. Прикольная тема, но я не думаю, что она мне сейчас прям вот так надо. Братья лекари. Период бесплатного лечения ран сокращается на 1 миссию, но не может составлять меньше 1 миссии, да. Да ну нет, наверное. Просто деньги покупим. А здесь все, да? Я, собственно, только вот это вот. Это и... А, 2 закона одновременно. Понятно. Такое себе, да. Здесь везде нужно. Ну ладно, купим тогда на волшебную башню или ристалище, там посмотрим. Наверное, волшебную башню, потому что у меня есть еще эти самые, которых тоже надо куда-то делать. Какая-то это пыль с реликвией. Так, доступна побочная миссия, новые события. Ребята, восстанавливаю. Давайте события смотреть. Попрание природы.
Некий друид потребовал моей аудиенции. Похоже, корнем проблемы вновь стал Серектор. Его злосчастный ритуал пробудил к жизни мертвецов, среди которых оказался чародей, что был крайне силен при жизни. Теперь его неупокоенный дух бродит по лесам близ моста печали и всякий миг рискует пасть жертвой темных сил. По крайней мере, так считает этот глупец-друид. Хотя, кто знает, может, он и прав. Так, отправить Серектора, минус Серектор, на миссию. И это нам в справедливость нас качнет, то есть обратно. Попрошу другого рыцаря решить проблему, можно выполнить, да, кого-то там. И это нам ничего не будет стоить ни в какую сторону. Либо послать друида лесом. Сэр Балан потеряет еще одно очко верности. Но у него их до хрена, а мне надо снижаться. Я, вот, блин, ну вот я это уже говорил где-то в комментариях, по-моему, писал. Я не люблю. Не люблю, когда игра вынуждает делать выбор не на основе своих, так скажем, личных предпочтений, а на основе выгоды с точки зрения прокачки в игре. Это неправильно. Ну, вообще так-то, блин, да. Ладно, сойдет для сельской местности. И что у нас тут? Ну, такими темпами я не знаю, что надо делать, чтобы доползти вот до сюда, или сколько вообще игра будет длиться. Разблокирует указ концессии всего лишь навсего. Сэр Дамас будет еще очень и очень не скоро. Ладненько, давайте смотреть тогда побочная миссия 5 уровня. Ну, побочная миссия 5 уровня. Хотя мы можем, кстати, и сюда, на древний трон отправиться. Но мне тут, если кого и надо прокачивать, то только Пелиаса и Балана, они оба двое лежат на сохранении, в смысле на лечении. Вообще, если на что и копить, так это на вот эту вот тему, да? 500 надо строительных этих. Все упирается в эти долбанные строительные. Ну ладно. Так, ну и что тогда? Сходить сюда. А кто у нас здесь рыцари, человеки? Как раз. Да, вот, вот с этих отравления имеет смысл. And this time she is certain that her last dream will lead her to the sacred artifact. She needs some knights to accompany her. And if she is right, this could be very useful for Camelot. Или можно даже вот так. Нет. Я имел в виду, ты иди нахрен. Кто у нас там был? Диндрейн, и дин. 5-5-5. Подожди. Или этого. Вот так, например. Потому что эти двое уже до шестого все-таки докачались. А на ту миссию потом взять Балина и Пелиаса. Попробуем. Так. Единственное, надо сначала вернуть уровень сложности. Все-таки на тяжело. Я надеюсь, что при таких раскладах все-таки будет попроще. У нас тут получается два лучника, два милишника. Леди Диндрейн уже давно разыскивает Святой Грааль. Она утверждает, что путь ей указывает посланные свыше видения. Леди убеждена, что последний из них сулит обретение бесценного артефакта в полном опасности лесу. Такая находка весьма пригодится Камелоту, так что стоит послать на помощь Леди Диндрейн несколько рыцарей. Так, сопроводить, и про награды ничего. Ну, пошли. Ветерок. Писание гласит ясно. Вечный трон здесь, в этом лесу. Что за писание? Старый свиток, написанный на языке древних. Так ты знаешь их язык? Никто не знает, но часть сумели перевести монахи. И о чем он? Он рассказывает легенду Валонского Вечного Трона. Вечный трон? В обычном лесу? Ну, это древний трон, а здесь не всегда был лес. И чей это трон? В писаниях об этом не сказано. Но трон может оказаться Святым Граалем. В моем сне Персиваль стоял прямо возле него. Ну, тоже верно, сможем туда добраться? И да, и нет. Трон здесь, но не сейчас. Трудно объяснить. А ты попробуй. Трон может быть в прошлом или в будущем.
Из писания это не ясно. Если этот твой трон может быть где угодно, как его найти? Если хотим добраться до трона, нужно пройти через древние ворота. Все три по порядку. Следуйте за мной! Ну, окей, веди нас, Сусанина. Вот. Карта опять достаточно крупная. Ну, ладненько. Обязательно сходим к этому трону. Блин, здесь всего один костер. Вот я не знаю. Мне хотелось бы пройти это все на трудном, но... Как я вот вспомню эту предыдущую миссию и понимаю, что я чувствую, буду играться этим ползунком сложности, в общем-то, еще не раз. Вот здесь, допустим, один всего единственный костерок. Ну вот как не поддаться соблазну и не... Здесь что, есть проход прям туда, что ли? Это уж очень большое пространство тут открытое. Да, и не подкрутить эту сложность. Итак. Что, в натуре, что ли? Можно прям напрямки сразу к финальному... А, это войти в первый ворот. А, мне туда и надо, собственно. Блин, ошибся. Два костра. Все, понятно. Ладненько. Серию на этом закончим. Ворота всякие будем проходить уже в следующей тогда серии. В общем, вот такая вот получилась сливная серийка. Но ладно. Что поделать? Хайскиллом я себя никогда и не называл. Ладно. В общем, если серия вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре на моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочки есть в описании. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.